Всем привет, с вами снова Атлантис, и сегодня ваше внимание хочу представить очередную свою распаковочку, очередную свою посылочку, пришедшую в очередной раз с интернет-магазина AliExpress, конечно, откуда же еще, хотя у нас приходили и с eBay. Ну, это, кстати, посылочка тоже такая, скажем, гибридная, ну, как гибридная, это посылка хоть с AliExpress, но предназначена для того, что приходило с eBay. А плюс это все-таки, наверное, относится к игровой тематике. Хотя при этом это абсолютно не игровая вещь. Давайте я скроем. Ну, я думаю, люди уже догадались. Здесь у нас вот такая вот хреновина. Как вы помните, мне уже приходила подобная отвертка. Сейчас показать вам не могу. Только она приходила с меньшим диаметром, и она была предназначена для картриджей. Вот эта же отвертка, та, которая должна была вообще быть изначально заказана, поскольку все-таки я, похоже, перепутал, там, не знаю, я или китаец, неважно. По-моему, наверное, я перепутал. Хотя, пофигу. Из-за этого я заказал такую отвертку, только, опять же, более мелкого диаметра, я уже не помню, какие тут диаметры. Как у меня уже была насадка для картриджей, которая до этого приходила, я думал, для картриджей мелкую насадочку оставлю, а для, например, чего-нибудь такого более массивного, плетверку. Ну, получилось заказать предыдущую версию с меньшим диаметром, из-за этого она опять для картриджей только. Это же я заказывал для того, например, нашего Game Gear, который уже и был отремонтирован, и все там... Я по общеколхозному способу ручкой нагрел и отвернул. Теперь у моего Game Gear все пучком. Опять здесь же каверил впаяно. И плюс я хотел залезть этой штукой в GameCube, разобрать его. То есть у меня нет прям цели сейчас разбирать GameCube. Смысл в том, что я его уже разбирал, также при помощи ручки. Просто этой ручки уже нету, а та была для Game Gear, которая получилась, она одноразовая. Теперь, если длины хватит, надеюсь, хватит, то можно будет использовать разбирать GameCube. Плюс в дальнейшем, например, Nintendo 64 все-таки я решил ее купить, поскольку все-таки это одна из тех консолей, которая меня вообще никак не интересует. Но для коллекции надо. Ну ладно, нечем разговаривать сейчас просто дальше. Показать вам что-то, открутить и отвертку я сейчас не могу. Все убрано, далеко идти и там и далее и тому подобное. Но обязательно как-нибудь, если я буду разбирать что-то, мы ее протестируем. Ну а на этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам это понравилось. Так что всегда подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Так что всем пока и до встречи.